В 2023 году в Дагестане планируется возвести 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 2 закрытого, 40 воркаут-площадок и 10 мини-полей для игры в футбол. Строительство спортобъектов создаст необходимые и комфортные условия для регулярных занятий спортом. Данные новшества будут проводиться в соответствии с федеральным проектом «Детский спорт» партии «Единая Россия». Депутат Народного собрания Дагестана Джамалдин Нажмудинов отметил, что партия делает все возможное для развития детского спорта. Открытие таких объектов для Дагестана особенно важно, так как наша республика – родина большинства именитых спортсменов. Асият Умалатова, Омарбек Газиев, новости телеканал «Среда».